44 ивановские семьи теперь смогут улучшить свои жилищные условия. В городской администрации состоялось вручение сертификатов на получение субсидий для погашения ипотеки. Размер финансовой помощи колеблется в зависимости от количества членов семьи. Чем больше в ней детей, тем существеннее сумма господдержки. В этом году самая большая субсидия составила почти 750 тысяч рублей, минимальная – 137 тысяч. Работникам бюджетных организаций предоставляется увеличенная субсидия. Полученные средства семьи могут использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки или направить на погашение уже полученного жилищного кредита. Эффект от этой программы, он оценивается количеством очередников. На 1 августа у нас на очереди стоит 130 семей, и 44 мы сегодня уже вручили сертификаты на финансовую поддержку. Конечно, хотелось бы отметить, что эта динамика, положительная динамика, осуществляется за счет бюджета областного, и мы благодарны правительству Ивановской области за поддержку, потому что 90% финансирования данной программы идет за счет регионального бюджета.